сегодня тоже один из счастливых дней, что вы, как наш друг, как наш товарищ, тоже посетили наш фитнес-центр. Вам спасибо большое за те видео, которые вы распространяете, популяризируете вообще вид спорта дзюдо. Вот. Мы с удовольствием всегда я смотрел. И я помню наше интервью в 2009 году после клубных соревнований в Самбо-70. Вот. Поэтому у меня всегда планета дзюдо, всегда хорошие воспоминания.